Давай, только далеко прыгай. Когда американцы пошли в Италию, давай, ты мне макрошу палец. Вот Ваня первый раз прыгнул с платформы. Немножечко боялся, но молодец, замечательно получилось. И плывет оттуда. Такой малыш. А, видно, ему понравилось, он опять забирается на платформу. Еще раз хочет. Вот. Иванушка наш царевич. Молодец. Опа, забрался сам опять. Опа, прыгнул. И Володя не рядом, а подальше немножечко. Ну, молодец. Первую секунду казалось страшно, но это естественно. Вот он плывет абсолютно самостоятельно. Молодец, Ваня. Вот он, аквалангист. Сегодня нырял очень много. Достает со дна песок и показывает. Вот как много песочку я достал. Че, он рыбку хочет взять? Ну хорошо. Самара всегда была Самара или другое имя имела? А, Куй, правильно. Ну, идем за рыбкой, да? Пойдем. Посмотри, смотри. А мы все эти вещи на мамке сделали. Вань, ты их поставь вот просто. Не надо их вешать, Вань, поставь. Я не хочу. Ну что? Они тяжеловаты. Он за ней ходил по пятам. Он к ней тут суется вот так. Она шипит. Она прям шипит, и его лапы. Но он... Ну и ходил за весь вечер. И, в общем, потом мы поняли, что это. Что если бы это был кот, мы бы оставили, наверное. Но она молодая, что ли? Бабушка, наверное. Я знаю, что тут. Давай смучим вот эту дверь, откроем. А здесь даже холодно уже стало на улице. Давай. Если кто здесь... Вау, прям... да какой холодно. Смотри, здесь. Сейчас будет холодно. А здесь-то как тепло. Вот здесь жарко. Не все потому, что... Я вчера был в этом... Сегодня день благодарения, Сангвидимин. Ура, мы собрались все вместе. Я вчера был в этом магазине, покупал для рыбалки принадлежность. А там это Стефани, она по-русски говорит. Ну и она, конечно, это подарок для себя. Закрой глаза и вот так целай. Два руку вот так. Хорошо? Два рук, положи ко мне. Одну.
Ой, что это такое? Это мешок, какой я сделал сам. Я забыл, а мы где-то еще вот такой хотим высказывать. Он говорит, сказал, но она не могла его забыть. Зачем вы будете говорить узбек, говорит, в Германию там? Страну, говорит, позорится там. Ну, главарь был всегда. Ну, такой страшный какой-то. Ну, почему это он красивый? Ну, еще? Да, он флаг вообще по бабушкам счет. Будем праздновать как бы и мой и Володин день рождения, и наше 50-летие, значит, с бабушкой совместного проживания. Вот вся группа живописная, которая собралась. А вот сейчас покажу. Вот замок. Это итальянский старинный замок. Ладно. В общем, вот это место, а дальше посмотрим, что будет снимать. Эй, это должно быть вот так. А ну вокруг там надо идёт что-то. Я иду вниз. Стой, 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 не, подожди. Вань. Не, вниз куда? Туда, что ли? Ничего, нет, сюда. Я вон в бал вот не хотел туда. А, это еще... Классно, да. Давай, Эй, мама, а это пил-пикс, кто здесь есть? Он здесь живет. Жан, да? А где же мы тогда вот были-то с ними тоже, по-моему? Где мозаика какая-то там на стенке? Это другое. У меня кусин, смотри, у меня кусин. Вайзер какой-то, может, я вспоминал, что... Да, это другое. Ну, были вот там. Может, потому что я с классом. Ну, да, я потому что я... Да. Вот мы в самом настоящем замке древнем. Ой, какой роскошный замок. Василий, вас уже сняли? Да. Отлично. Слушай, записывайте, 25-го вы улетаете, не 26-го. Это же что, снимает? Да. А зачем ты это так делаешь? Как маме было. Звоните Королева. Мама, я не знаю, на какие кнопки нажимать.
Я не знаю, на какие шапки нажимать. Ты по стеночке провела? Я не знаю, я не знаю. Ага. Да нет, бутылки. Игорь, more action. Ты можешь лапку теперь поднять на спинку. Не надо меня. Мне кажется, на одну даже не хватит. Да эти убили. Да, ну очень хорошо, потому что время-то. Тише, надо послушать эту экскурсию. Да. Издалека только можешь. А вон, Аня, смотри, Аня, какая хорошая. О, это я главное увидел, девушка какая-то сидит. Но не среагировала. Так, ну-ка. Давайте, проводим. Ваня. Там разрушено все там. Его конструируют там. Залез туда и нашел. Начинается процесс питья итальянских вин. Все кислые. Надо выбрать 5 названий вин и значит дает их пробовать. Вот. Три уже я попробовал, первый ничего, а два кислые. Заменили мне это на один шкалик, я был бы доволен. А так, это надо еще оценку ставить какую-то. Я просто ставлю везде 4 балла. Ладно, вон выливается, не понравилось мне. Только не. Ну ладно, все, иди ко мне. Все, Вань, не лови их, не лови. А что это такое? Перо. Перо? Да. Перо жар птицы? Нет, перо курицы. Перо курицы? Что так тебе смешно? Смотри, какая. Да. Все сгрудились около барана. Лёш, как будто никогда не видели баранов. Лёша, идём к барану, там в мехе тепло. Че, я баранов не видел, что ли? Такого ты не видел, это та
Итальянские бараны. Итальянские бараны. Оливковые бараны. Баронов итальянских я не видел, а баранов навалом. Иди сюда. Люс, давай поближе. Ближе к баранам. Мои, осторожнее, осторожнее. О, какой баран. Девочка. А ушки какие? Ушки? Такие гладкие. Я так боюсь за ушки. Смотри, под ноги тоже они накапают. Мама, папа, да. Ой, ну так. Вань, ну ты что? Вань. Леша, а у меня фотоаппарата нет. А, я не говорю. Почему? Там можно. Пойдем. Ест, Ванечка, оливки срывает. Леш, снимаем с моей точки, смотри. Я снимаю, только мне неудобно. И ко мне тоже в лес. Ну-ка, Вань, еще покажись. Сюда, в проем, Вот на Кавказе там вот такие тоже Таня была. Он тебя боится, Вань. Нет. У нас таких нету. Нет? В России. Ну, свет такой. Ой, смотри, встает. Полностью зазлится. А это, наверное, это вот овца, это да, вот, овец. Да. Ваня. Вернись, пожалуйста. Иди встань рядом с ним, мы тебя сфотографируем. Так он ест, Ваня, ну все. Это меринос. А только если вот этот баран, то почему он без рук? Отрезал специально, чтобы он ключ ходит. Не бодался. Эй, Ваня ему дает какую-то веточку, он съел. О, он взял, смотри. Сначала был один баран стоял здесь. Вань, повернись. Потом их больше стало. Так, мы... Это, еще. Тихо. Ну все. Классно, да. Давай, все. Наливай что. Что ближе стоит? Ты что пьешь? Я что-то пока не буду. Сейчас маленько. Водичка есть, вот и водичка. Мамушка, мне плаву. Нет, я стакан сейчас вон играю. Плаву сейчас чуть-чуть. Но ты его не замучай там. Сид, стей, стей. Вот, вот, красиво. Смотрите, какая водка. Смотрите, какая водка. Водка. Паныч, водку? Да, давай вот ее. Вот, Игорь, подними бутылку, я ее, это. Ну, ты уж. Мне тяжело. Вот это да. Большая и вкусная. Ну ладно. Кто нас с Ваней вдарит? Э? Никто. Автобус подходит и везет туда на воду, и все так близко, и не надо времени куда там очень хорошо. А может быть там сильно дороже? Я не помню, но мы-то брали студию, да?
Вот, Жан, Жан, вот написан размер. А где мои ножницы? М. Ну что, нормально. Or travel. Вань, сложи какой-нибудь, возьми, сейчас я тебе дам мешок, чтобы ты не сыпался. Так, а это ты нас сейчас порадуешь своей картиной? Это что там у тебя? Какие-то драконы? Я вас порадуюсь. Вот это да. Какой-то арабин. Давай сюда. Молодец, фамилия. Я не представляю, что попробовать. Что девочка не стала большая, и она его там чего-то тискает. Ну, Таня, как объяснили, я говорю, а что вы, что за ребенка вы его используете? И вот, да, и вот выпинули животное вообще. Он еще всю жизнь, 15 там лет, да, он как вот Баська, был индорс. Ну, да. А теперь он бедный, значит, на улице ошивается. Он уже стал весь такой худой, грязный. Вот сейчас он уже меньше. А сначала они только приедут откуда-нибудь, он прям бросается к их машине, бросается к ним такой. Они поднимаются по лестнице, а он за ними бежит. Они у него перед носом захлопывают дверь. Дом его не пускает. Смотри, смотри, такие гады. А что они его, ну хорошо, почему они его не отдадут тогда? Ну, кому он нужен такой старый? Не, они ему жрать будет оставлять. Да, они ему ставят еду. То есть не то, что они его выгнали вроде бы. То есть они, они сказали, что Вань, а что, тут кончилось, что ли? Это другое дело. И ракун в сторону, вот вниз пошел, ракун наверх поел. Он аглый, да? Да? Аглый? Откуда я знаю? Он аглый, Это в Атлантическом пузыре. Мы едем в Тихий океан. Мы едем вот как там в Калифорнии, только на юг. Плавание с нами набывает однотритный. Там, где там Куба, не бывает тайфунов, мама. На Тихом океане не бывает. На Тихом океане тайфунов не бывает. Там мне не надо. Вообще не бывает. Да, естественно, естественно, да. Там опять этот мужик, который в Луизиане живет, вот я тебе рассказал про рыбу, то он ловит, ездит. Он говорит, я, говорит, не поехал, сын, говорит, ездил, вот от него, говорит, подарок, говорит. Две штуки там, ну, или бас, или еще кто-то там похож, такие здоровые. Ты, значит, мне его найди. Игорь. Ну, они на море где-то, на этом, на океане ловят где-то, они ездят. Игорь, он прислал мне это, значит, улов в Астраханской области. Happy birthday to you! Большой мальчик! Одно wishes left. Одно wishes left? No wishes. Я жил в Dark Vader. А там это Star Wars какой-то гай со свечкой. Ну, это Dark Vader как раз. Папа ничего не знает. А жаль, все не присылал, я нашел. Ты теперь должен каждому. А то все время его мама руками закрывала.
он шоколадный или пластиковый? Пластиковый. Шоколадный. Пластиковый. Нет. Ну-ка. Конечно, пластиковый, он не может быть шоколадный. Откуси ему голову. Нет, он может быть, наверное, шоколадный, но... О, нет, все здорово, все хорошо. А вот да, ты зря, ты что-то говорила, ой, я язык показала. Сейчас не язык, но потом будешь говорить, зачем это я вот так вот. Алло, никто нам никаких этих не звонил. Вот они троем облокотились, вот так вот, не падут. Ну, там не приклеивают, когда жарче, там не приклеивают.